50 лет Совет женщин Чувашии объединяет тысячи жительниц всей республики. Сохранение традиций, укрепление семьи, поддержка социально незащищенных граждан – основные направления работы женсоветов. Каждые 3 года делегатки из всех районов республики встречаются на очередном съезде женсовета. Подводятся итоги прошедших лет, проводятся выборы правления, определяются цели на будущее 3-летие. Хочется вначале поблагодарить всех вас за ваш ответственный подход к выполнению своих не только семейных или трудовых обязанностей, прежде всего выполнение обязанностей, которые вы выполняете по велению своего сердца, по велению своей души. Многодетные мамочки, женщины, попавшие в трудные жизненные условия, ветераны труда находят поддержку среди подруг и единомышленниц. В 2013 году Женсовет Чувашии учредил благотворительный фонд для поддержки малообеспеченных семей, защиты материнства, помощи тяжелобольным детям и женщинам. Буквально вчера мы подписали соглашение с Ассоциацией женщин-предпринимателей, женщины-чувашские матери, подразделение региональное, женщины-солдатские матери, женщин национального конгресса. И подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для того, чтобы женщины-чуваши были вместе, делали одни и те же результативные дела. Чувашский республиканский совет женщин – региональное объединение Союза женщин России. Вместе с жительницами всей страны женщины-чуваши участвуют в социальной программе «Равенство, развитие, мир в 21 веке». Уже немало дел сделано, но есть еще проблемы, которые необходимо решить. Екатерина Куприна, Расиль Мухаметов, Республика.